Всем привет! Новый Kia Cerato. Совершенно случайно. Сегодня просто здесь Kia Motors праздничное такое мероприятие. И вот я приехал посмотреть, что и как. Действительно есть такой один экземплярчик. То есть пока еще ни цен про него на эту машину, ни комплектации неизвестно. Но физически машина стоит уже на улице. Вот я приехал посмотреть. Итак, что мы видим? Новые фары. Лично меня, допустим, это радует, потому что я в свое время рассматривал Cerato как покупку, но из-за фар как-то вот эта пучеглазость, это она отпугнула. Вот. Появились вот эти, да, такие дефлекторы красивые. Потом, ну, тут понятно, идут датчики. Такие вот, получается, здесь туманочки. Ну и сами фары, линзы стоят, видно, да? Вот. Глянцевая решетка радиатора. Ну и это тоже стандартный, как сейчас уже у них у всех. Снизу вот так. Этот бортик. Он пластмассовый, не резиновый. Вот. Теперь вот здесь окошечки такие. Повторители в зеркалах. Но более, мне кажется, стала такая пологая лобовуха. Не, очень, даже очень мне нравится, так машина преобразилась. Жаль, что опять же она, как и по ходу Ford Mondeo, уйдет в следующий класс. И станет вообще недосягаемо, к сожалению. Так, что у нас здесь стоит? R15. Вот. Ну, заодно посмотрим первую партию, да? Чуть-чуть вот как-то не будем сильно продираться, но вот видите, здесь чуть-чуть отходит. Уже сказать, что это бюджетный класс, тоже. Ну, допустим, это пусть будет считать, что первая партия такая. Чуть-чуть еще у них вот такие огрешки есть. Тут вроде нормально все. Такой даже цвет не белый, какой-то такой с отливом перламутр, что ли. Или это просто эффект от дождя такой. Здесь все красиво. Вот мы пришли сюда. Здесь вот такой тоже окошечко есть. По-моему, на старой тоже так было. Вот. Сзади у нас вот тут все тоже так красиво заделано. Пластмассовый. Ну и вот что у нас получается. Корма. Небольшой такой спойлер. Фонари стали такие крупные, такие большие. И вот так вот снизу смотрится. Cerato. Но теперь она точно
не сирота, уже машина практически полностью перелицована и уже смотрится на намного круче, чем тут раньше была. В салоне машины нет, она вот, по-моему, единственная пока пришла. Ну, только в декабре вот первые числа начали машину производить. Сейчас мы посмотрим, что в салоне, хотя бы вот так через стекло. Значит, здесь у нас что видно, да, мультируль полностью там, экранчик маленький, двузонный климат-контроль, коробка автомат. Большой подлокотник кожаный. Ну, торпеда почти не изменилась, но чуть-чуть все-таки она стала получше смотреться. Раньше вот, а так очень даже все и неплохо. В любом случае будем ждать, когда машина уже придет, чтобы на ней прокатиться, посидеть в салоне, посмотреть, и тогда уже какое-то впечатление будет сложено о ней. Еще раз вот мордочка. Вот так она теперь смотрится. Еще раз. Такой уже презентабельный вид стал. Очень красиво. Тонировочку сделать сзади. Вообще красота. Сейчас еще посмотрим, есть ли здесь ГЛОНАСС. Значит, по поводу ГЛОНАССа я не увидел, по крайней мере на потолочной консоли кнопки это нет, может где-то она спрятана в другом месте. Это уже будем ждать, когда машина появится в салоне в самом, чтобы она была в полном доступе. Посидим уже, снимем туда салон полностью, интерьер. Ну, в общем, вот так все это выглядит. Лично мне нравится. Вот именно в такой инкарнации, скажем так, все-таки машина, скажем, заиграла. По-любому. Все, всем пока, счастливо.